добрый день. Вот хочу показать, весна на Урале. Сегодня 29 марта, практически апрель. И вот смотрите, заметает. Минус 6, утром минус 10 было. Вот смотрите, наш залив. Воткинское водохранилище. Противоположного берега не видно. Метель. Метет. Вот я на набережной нахожусь. Вот так вот все заметает. Вот такая весна на Урале. Сугробы еще по 2 метра. И это апрель месяц. Я думаю, весь апрель вот такой будет. Будет мести, холодно, слякоть. Даже там на лыжах он идет, это ж надо, по заливу на лыжах, кошмар.